Всем привет! Вы на канале Денис ТВ. И сегодня я приехал на фестиваль «Наш продукт». Надеюсь, вам понравится мое видео. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Ну что, пойдемте. Итак, друзья, начнем. Вот тут стоят такие вот красивые домики, в которых продают различную вкусную еду. Очень необычно так сделано, красиво. Очень люблю такие вот домики прикольные. Так что в этом продают мясо. В этом продают тоже мясо, но куриное. Вау, посмотрите, какая красивая статуя стоит. Вау, как красиво. Ой, а сколько деревьев принесли. Супер. Богатыри русские. Так, ну что, пойдемте дальше. Там играет интересная музыка. Деревья вот стоят. Горшочки такие больших. Ели, береза. Вот береза стоит. Для детей организована такая мини-площадка. Ой, какие же эти красивые домики. Ну просто обалдеть, как же я их люблю. Смотрите. Очень такие прям большие. Тут сладости продают в этом домике. Здесь тоже сладости. Так, а здесь вот, значит, такой мангал. Здесь тушат овощи, делают шашлык. Прикольно, очень интересно. Так. Пойдемте вот туда, ближе к Манежной площади. Вау! А здесь что? А здесь такая инсталляция. Все фотографируются. Тут что-то написано. Так, пойдемте дальше. Так, а что здесь продают? Интересно. Здесь сладкое тоже продают. Все фотографируются, все такие радостные, очень много людей, люди вот завтракают, обедают. Так, пойдемте дальше. Тут продается сувенирка, смотрите. Наш продукт. Ну, чудненькие. Ой, какие очень красивые. Ой, какие красивые. Слушай, ну это прямо моя победа. Ручная работа, все. Супер. Так, а здесь продают, значит, в этом вот магазинчике. Тоже сувенирка, матрешки.
тоже ручная работа, хохлома, роспись. Какая красота. Очень красиво. Так. Здесь тоже сувенирка продается. Посмотрим. Какая. Так. Так, пойдемте дальше. Ой, солдатики продаются. Одну оставь поиграть, а две давай заберем. Солдатики. Так, а здесь продается текстиль, одеяло. Вау, поставили все сюда деревья. Как интересно. Березы. Я, конечно, не жался. Так, а здесь тоже какая-то инсталляция. Люди фотографируются. Тележки. Ой, как красиво. Очень прикольно. Супер. Так, пойдемте дальше. Ой, здесь тележка. Все фотографируют что-то. А, как интересно. Давай, я факт начну. Там вот текстиль, платочки продают. Так, ну что, пойдемте дальше. Очень мне тут понравилась идея. Вот так вот они поставили деревья. Очень прикольно. Сегодня у нас погода более-менее теплая. Вчера так была вообще очень холодная такая погода. Тут тоже детская площадка, карусели. Такие небольшие вот. Дети катаются. Так, вот обзорчик покажу. Здесь тоже качели. Это карусель. Там вот дети наверху уже. Вот здесь вот тоже повозка. Такая вот тоже вся в текстиле, в цветочках. Супер. Шикарный фестиваль. Просто шикарный фестиваль. Такой яркий. Так. Здесь что-то продают. Сладости продают. Какие-то конфеты. Здесь тоже сувенирка какая-то продается. Такие игрушки вот интересные. Все.
Вот здесь текстиль продается такой яркий. Это лен. Я думаю, лен, да. Хлопок. Да-да. Так. О, женщина катается. Прикольно, молодец, не стесняется. Это доски вот положили на тележку, на повозку. Сено, кругом сено. О, девочка катается как. Молодец. Вау, какие куклы красивые. Смотрите. Для меня сфотографируй, не надо меня, вот эту витрину сфотографируй, пожалуйста. Вот прям вот как молодой человек, так и ты. Вот так. Молодой человек на видео. Ну а ты и ты на видео можешь снять. Да, снимайте, пока есть возможность. Пока бесплатно. Ой, посмотрите, как красиво придумали. Мостик, деревья поставили, горшочки такие большие. Мостик. Ой, сейчас пойду по мостику. Ой, иду по мостику. Как классно. Как классно. Деревья стоят. Красная площадь вот там вот. Круто. Ой, где это... Гжель, да. Гжель продается. Смотрите, как красиво. Вау, дайте вон. Заплеточка. Посуда. Красота. Копилочка такая. Ой, сейчас на ту сторону пойти, там чуть-чуть красивее. А здесь побольше посуда. Они имеют право ставить кремел. Ой, прикольно. Черепашка. На ней лев сидит. Ой, парочки. Чашечки. О, прям вообще красота. Такой вазон. Красивая. Конфеты сюда можно положить, в эту вазочку. Круто. Столько вас. Ой, посмотрите, как красиво, друзья. Такая вот полянка небольшая. Ой, там даже птичка. Ты видел, птичка там даже была? Охренеть. Где? Ой, сидит птичка. Как красиво сделали. Полянка. А здесь вот такая тоже площадка интересная. Колышки вот такие вот большие. Вот фотографируется девушка. Птичкам нравится, смотри. Птичке нравится. Птичкам летают птички. О! Тусовка такая птичья. Вон тусуется. И голубь. И еще какие-то птички. Красота. Так, пойдемте дальше. Все отдыхают, веселятся, кто-то вон там кушает. Так, ну пойдемте посмотрим, что там продают. Тоже сладости, я смотрю, вон. Самовар. Сладости, как хлебная продукция. Так, пойдемте дальше. О, вау, голуби. Вау. Смотрите, как красиво. Ой, какой интересный голубь. Не надо, не бояться.
Суперский голод просто. Они боятся. Интересно, что за порода? Супер. Вот смотрите, друзья, вот целая стайка. Здрасте. Как красиво. Беленькие такие. Ребята, привет. Привет, ребята. Ну да, видно. Отвернулся, не хочет снимать. Сниматься не хочет. Ой, какой красивый. Ой. Давай, держи радость. Сфотографироваться можно. Бесплатно, платно? Платно, конечно. А не, мне не надо, спасибо. Ну так снимать платно. Вот такой жирный прям. Вот опять снова мостик, друзья. Сейчас по мостику пойду. Цветочки вот таких вот вазонов больших. Елочка стоит. Так, опять деревья, кругом деревья. Березки стоят. Красота. Вот тоже такая вот поленница. Красота. Молодцы, придумали. Люблю по фестивалям ходить очень. Красота просто. Цветочки. Посмотрите, какие красивые подносы, такие яркие. Это все ручная работа, друзья. Охренеть, красота. Суперский поднос. И все коровы пошли. Кто-то развлекается. А здесь продают пуховые изделия. Платочек пуховый. Ой, какой тонкий, такой приятный. Оренбургский пуховый платок, вот, написано, я угадал. Ой, красота. Вау, друзья, посмотрите, что я вижу, сеновал. Деревенский сеновал. Вот так вот отдыхаю в центре Москвы на сеновале. Как круто! Ругаются. Вот опять туазис, еще один. Такой красивый. Прикольно, там вот птички даже ходят. Им понравилась такая идея. Шикарная атмосфера, конечно, суперская вообще. Мельница вот такая вот небольшая стоит. Все продают. Король и королева, друзья. Друзья, посмотрите, как красивые скульптуры. Какие красивые скульптуры. Это из чего сделано? Металл. Какая-то птица. Понятно. Червятник, говорят. Так, это петух. Из металла. Пейте, пейте. Это ржачная голова лошади. Курит. Курить запрещено. Скульптура волка. Тоже из металла. Отойди, отойди. Залезли. Отойди. Дети. Отойди, пожалуйста.
Красота, очень красиво. А здесь продают шелковые платочки. Видите, какой нежный шелк. А, шелковая коллекция. Посмотрите, как переливается красиво на ветру. Вот жарится шашлык, друзья. Какой вкусный аромат. Это кафе, друзья. Смотрите, как оно красиво сделано. Обшито березой. Ой, какой же сильный ветер, а? Цветочки красиво стоят. Телеканал «Россия» идет свой репортаж. У нас молодежный караул. Прикольно. О, как красиво. Это